Доброго времени суток, уважаемые зрители. Мы продолжаем кооперативное прохождение чистого ванильного Майнкрафта. С вами я, Костя, Димон. Всем привет. И Антоха. Всем привет. Мы продолжаем строительство нашего небоскреба. Точнее, уже его обустройство. Там ночь? Угу. Отлично. Так. Ох, круто, я вижу, у нас уже есть филетовые овцы. Я так понял, мы наверху... О, так, наверх есть выход? Видишь паук? Да, я вижу, хрен. Он на меня через стекло так смотрит жадно. Так, а ну-ка, все пошли наверх. Или хотя, Антон, там стой, смотри. Выйдите кто-то на улицу и... Не, пошли наверх, пошли наверх. Да погоди, или ты тогда? Да, сейчас я кое-что покажу. Там надо застеклить участок, у нас несимметрично. Первый, так, первый, второй, на третьем этаже на лестнице, там три блока надо застеклить. А ну, Костя, а ну выйди на улицу. Ну я на улице. Далеко выйди, где там, возле, встань возле фермы. Где я выход? Возле леса сейчас. Нет, не вижу, один Антон. Он там, наверное, не увидит. Пойди лучше к этому, к Антону, в ту сторону. Что корова у нас в загоне с курями. Блин, а сколько у нас нам коров надо размножить? Ага, отлично. Потому что у нас всего две коровы. Так, ну все, смотрите на меня. Я, наверное, не знаю, как это работает. Ты еще прыжок веры решил совершить? Нет, смотрите на меня. Видите, да? Ага. Ну а теперь вот это вот так вот. Фейерверк, что ли? Да. Блин, как его запустить? Ух ты, ёпта. Тоже зрители пришли. Ну, отлично. Я в почете. Вот такая толпа там. Антоха, ты стриги их. Особенно фиолетовых и белых. Ну что, опускаешь? Что-то он не хочет. Правой кнопкой тыркаешь, ничего. А-а. А там зажигалка, наверное, нужна. Блин, как... Сейчас я возьму зажигалку туда. Ты там застекли тогда, пока тут участок. А какой участок? Ну, на третьем или каком-то этаже. А, там где этот... Там где шахта лифта. Угу. Я еще воды, кстати, зачерпну. Опа, я вижу, у нас голубая овца есть. На голубую Антоха может перекрасить в красный или какой там. Ну, короче, чтобы она фиолетовая была потом. Да не могу понять, что застеклить. Сейчас я тебя направлю. Ты войди в шахту лифта. О, вот там, где ты сейчас находишься, вот ниже три блока еще застекли. Еще ниже? Не-не-не, выше поднимись, там где-то до этого было. Сейчас скажу. И еще выше. Короче, до стекол всплывай, становись на каменный блок. Ну вот тут вот. Да, и вот под себя три блока заменяй на стекло. А, три блока этих? Камня? Да. Вот это, да? Так что, будет фейерверк или нет? Зажигалки тащите. Уже день. Когда ночь наступит, тогда пустим. Еще, да? Еще, да. И еще. О, а хотя, подожди. А, да, нормально. Вот все это застекляй. Во. И, ну, в общем-то, вроде бы все. Единственное, что... Это я сейчас сам могу исправить. Вот так.
и первый этаж. Сейчас нужно застеклить. Первое. Так, раз, два, три, четыре, конечно, лучше было бы это все. Это получается огниво, правильно? Да, оно у меня есть. Ночи дождемся и пустим. Уже поздно. Так погоди, никто пока не смотрит. Спускайся застеклять первый этаж. Если прямо этого паука в него ракету пущу. А ты, Антоха, что там? Овец еще разводишь? Ага. У тебя шлема нету. Ух ты, ё, надо. Мне не только шлем, у меня там и остальное уже раздолбанное. Надо заменить. Ух ты, блин, у меня и голод довольно сильный. Что-то засмотрелся. Исчезла. И вот тут вот, как видишь, тут всю часть. Тут уже нормально все. Отлично. Раз, два, три, четыре этажа. И вот здесь. Ага, тут. Так, а у нас кирка есть в этом доме? Нет. Нету. А у кого-то с собой есть кирка? Да. Ну, спасибо. Спасибо. Вместо штанов не натянешь. Что за дырки такие? Вот это все снимай и стекли. Ага. В принципе. Так, освещение 14 у факела, насколько я помню. Кто-то помнит, какое у факела? Ну, где-то так. 15-14. Если. А монстры, я уже не помню, при каком освещении появляются. При 7? Где-то так. А ну, свернитесь, кто-то посмотрите, надо точно знать. Ой, не могу сказать. Антоха, свернись. Это опасно. Скажи. Он даже не знает, где посмотреть. В Википедии по Майнкрафту. Да ну, у меня этот самый антивирус не работает. Какой антивирус? Ты понял, как я без антивируса не лезу. Как он классно отмазался, вообще супер, у меня антивирус не работает. Вот это да. Википедия по Майнкрафту, там ничего можешь не бояться. Так какие нахрен Википедия Майнкрафт? Все, на глаз ставим, и все будет отлично. Да это надо знать точно. Надо знать точно, что это фигня. Надо знать точно. Точность наша не второе, не третье имя. Я уже увидел, как ты домик построил, точность. Какой домик? Ну вот этот, махину так... этот, Empire State Building, building сколько... Никто же снаружи не координировал. Конечно, понялась, никто снаружи. Кто-то фигово рассчитал на бумажечке. На бумажечке и... все хорошо рассчитано, а когда изнутри строишь, то не видишь, ну что да, оно ну выходит. Как-то странно
зачаровально. Как-то очень паршиво стоит по отношению к этим. Нормально, учитывая то, что там еще будет заполнение. Светильники плохо стоят. Тоже нормально. Ненормально. Мы ковер там положим, их вообще не будет видно. Кто-то посмотрел силу света? Нет. Без этого мы не можем заборчик поставить вокруг дома. Да ну его. Он очень нужен. Тем более, что у нас первый этаж застеклен. Если крипер подойдет, будет плохо. Так крипер все равно через стекло не взрывается. Так если он рядом взорвется. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Что, никто не смотрит? Нет. Ну тогда... Ты посмотришь. Я сам посмотрю. Так, я посмотрел, возобновляю запись. Ёперный балет, кто тут пожар устроил? Виноват. Спички детям, кружка. Нет. Антохин, лес, который он там сажал. Да это я. Нет. А, ёханы лесы. Да все. Ты, блин, пожарник недоделанный. Я огнеборец, а не пожарник. Ох, кто-то загорел, загорел. Да аккуратней. Димон решил тут спичками поиграться. Шерсть нам нужна. Блин, мы спасли лес. Белки нам будут благодарны. Ой. Я знаю, как оно поделится. Надо теперь эти пенечки, что ли, срубить. Ого. Это ворота футбольные. Ого. У нас как-то не очень симметрично тут на первом этаже получилось. Сейчас тогда все-таки, наверное. О, отлично, отлично. Ой, отлично было только, что озеро так красиво было. О, смотри. О, все. Кстати, можно такие сделать штучки, чтобы к нам не заходили. Штучки, чтобы к нам не заходили, сейчас надо сделать. А вот между вот этими водичкой вот такой ворота, оп, и я прошел, я здесь, понял, смотри, вот так вот. Ой-ой-ой, меня не. Сейчас заборчик надо ставить. Итак, у факела 14. Монстр появляется при 7, значит здесь должно быть 8. Там уже темнее. 8, 7, 6. То есть нет, стоп. 8, 9, 10, 11, 12, 13. И здесь факел. Вот здесь забор должен быть. В этом смотрите, чтобы никто сзади не подошел. Опа, а чё овца тут ходит?
Ой-ой-ой. Ничего себе, не шабарзели. Ну всего вам доброго. Вот именно. Дайте мне рот. Извиняйте, да. Так, все, фейерверк пошел. Ну да, давай. Сейчас я тоже иду наверх. Че наверх? Я думаю, снизу хорошо смотреть. Ай-яй-яй-яй. Вы чё рпоте быстрее в воду? Так, отлично. Пусковая установка готова. Она нахрен все смоет. Пусковая установка готова. А как я мог их рекламировать? Давай, пускай. Тун-тун-тун-тун-тун-тун. Где Антон? Смотри, Антон, все, полетела ракета. Полетела бомба. Ага, хрен там. Андрей, Егор? А ну, дай ее мне. Егор, садись, покрасил его представить. Ух ты, у меня в башке эти штучки, как этот. Люд, нас тут прослушают, а вы умываете. Ты, скажи. Помолчи, меня попригласили. Только они водой не лей тут на крыше. Ой-ой-ой-ой-ой. Зачерпай быстрее ее. Потому что факелы посмывают все. Да это. Ух ты, ё! Ух ты. Видели? Прикольно. Погоди, надо проверить, вместе ли все факелы. Вроде на месте. Ты видел, Константин? А, сейчас. Нет, не могу. Что, сейчас стекляшки есть у кого-то? Да. Надо этот огородить здесь. На первом уровне пораставляй. На, держи. Давай. Еще держи. Да хватит. Погоди. Я тебе целый день ел. А можно покушать? Нет, ребята, можно гулять. Мать, что ты видишь на телецентре? Пойдем с брюшками. Если прослушались. Ну вот, а ты телефон. Блин. У тебя есть еще ракеты? Парам-парам-парам-парам-парам. Да. Что это за звук какой-то странный? Что? Кто-то спит, храпит. Ага, я тоже его услышал. Да ну, пусть. Потому что пан закрыт. Там теперь коммерческий банк. Да, как-то присоглали. Что за проблемы такие? Ты чарли трубача, помнишь? Антон, у тебя? Что там? Осторожнее, Антон, ты не шути с этим. Я не бомбу.
Он мне тогда сказал, что я сдумал вас уехать отсюда. Может, вы без работы попытался? А мне он наоборот говорит. Ну что это ты так сейчас? О, все успокоилось. Ура. У нас время серии подошло к концу. Стоп, 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 стоп. Пока не надо никаких концов. У меня опять куча хлама в инвентаре. И... Ага, ух ты, откуда у меня железный меч взялся? Наверное, у меня, из меня выпал. Нам шерсть же нужна. Так, все, все за мной. Ты собрался пускать что-то? Да. Вот он. Зомбарей столько. Надо аккуратно, потому что опять сюда загнется. Зачарование надо наконец-то сделать. Ну все, теперь в честь этого праздника. У меня уже 34 фиолетового. Крипер. Бах. Возле нашей хаты. А ты где собираешься пускать? На крыше, а вы внизу стойте смотреть. Ну хорошо, я возле нашей хаты стою. Давай, пускай. Возле нашей? Где там именно? Я ж не вижу. Что-то посориентировал. Возле тростника. Тростника? Давай, быстрее. А пусть уже... сюда Антон идет. А то уже утро. Антон пусть сюда идет. Давайте быстрее, собирайтесь. Йоха на лесопед. Давай, пускай. Да нет, Антон должен тут быть. Сейчас светло уже будет. Антон тут? Нет, не тут. Да, блин. Антон. Давай. Рубает зомбаков. Антон, подходи к нему. Блин, да что это такое? Уже понта нету. Ну тогда на следующую ночь. Ой, блин, с вами тяжко-то. Эту серию мы завершаем. Спасибо, что смотрите нас. Если, конечно же, смотрите этот бред. И до встречи в следующей серии. Угу. Всем пока. Всем пока-пока.